Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных художников Франциско Рибальта «Святой Бернард, обнимающий Христа». Написано около 1625 года, холст масла 158/113. Франциско Рибальта – испанский живописец, создатель тенебрицкой школы в Валенсии, каталонец по происхождению. Между 1585 и 1598 годом работал в Мадриде, где писал преимущественно портреты и картины на религиозные сюжеты. С 1599 года до смерти работал в Валенсии, за исключением поездки в Италию, которая состоялась между 1616 и 1620 годами. На полотне изображен основатель ордена цистерцианцев святой Бернард, который в экстазе припал к Иисусу, отстранившемуся от креста. Сюжет для картины был позаимствован художником из опубликованного в 1595 году жизнеописание святых Рибаденейра. Ну, такое описание нашел в интернете в картине «Святой Бернард, обнимающий Христа» Франциско Рибальта. Пока-пока, до свидания, смотрим картину. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».